Крылья Советов уже в эту субботу сыграют первый матч второго круга первенства страны. Первую часть чемпионата самарцы завершили на выезде победой над грозненским Тереком и без всяких традиционных перерывов. Стартует заключительный этап. Сегодня клуб провел открытую тренировку. Домашняя игра предстоит со столичным «Динамо». Потому больше всего опасений у руководителей и тренеров вызывает переполненный лазарет. У москвичей едва ли не сильнейший состав в премьер-лиге. Мы лишились Веремко, мы лишились Немова, мы лишились Павленко. Они не помогут нам в этой игре, но мы надеемся, что они подойдут к следующим. В первом круге команды встречались совсем недавно, 29 сентября. Самарцы проиграли 2-0. Прежде всего, что я ребятам сказал, что то поражение, оно недостойно нашей команды. И есть возможность отыграться. Пока крылья занимают 11-ю строчку в таблице, не проигрывали уже 4 встречи к ряду, обещают и в субботу не подвести. Хорошо, когда солнышко, плюс 10 градусов. Надеюсь, что в субботу тоже так же будет, чтобы было хорошее поле и показать отличный футбол.